Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу интересную идею, как можно сделать пистолет из бумаги, который будет стрелять канцелярскими резинками. Итак, нам для этого нужно 2 картонных прямоугольника 6 на 10 сантиметров, 4 листа бумаги А4 любого цвета, резиночки, ножницы и линейка. Начнем с того, что возьмем наши прямоугольники и отметим 1 сантиметр от этого угла вот сюда. Проведем линию от угла к этой точке. И здесь делаем так же самое. 1 сантиметр от этого угла к этой точке. И линию проводим. Разметку можно сделать на одной бумажке. Теперь складываем их вот таким вот образом. И необходимо резать по этим линиям теперь. Получилось 2 вот такие бумажки. Берем листик А4 и делим его на 3 полоски. Первая полоска 15 мм ширина, вторая полоска 90 мм ширина и третья полоска 75 мм. Эти 3 полоски необходимо скрутить в трубочки. Как вы поняли, трубочки я скрепил скотчем, чтобы они не разматывались. Теперь это необходимо склеить с помощью клеевого пистолета. Также я сделал 3 маленькие трубочки по размеру внутреннему и приклеил их для жесткости. Теперь приклеим крышку вот таким вот образом. Берем листик А4, ручку потоньше и заворачиваем ручку в листик, делая таким образом трубку для дула. Трубки от края отмеряем 3 сантиметра, вот я провел линию, и необходимо вырезать отверстие в этом месте, приблизительно вот такое, прямоугольничек. Также в начале и в конце трубки с помощью ножниц необходимо вырезать вот такой полукруг здесь. И здесь. Теперь с помощью клеевого пистолета необходимо вот таким вот образом приклеить. Ну и на последнем этапе я взял листик А4, отмерил здесь 12 сантиметров и здесь, отрезал таким вот образом. Теперь берем вот этот листик, и необходимо его завернуть в трубочку. Вот такая палочка теперь у меня получилась. Сгибаем ее в этом месте приблизительно 2 сантиметра. Вот так. Теперь берем, вставляем в это отверстие. Она выходит тут. И теперь вот таким образом оно должно получиться. Когда мы нажимаем палочку, она дальше вылазит вот здесь. Теперь берем резинку, заряжаем и стреляем. Когда я нажимаю на курок, палочка упирается в резинку и выталкивает ее. Она, соответственно, летит сильно, бьет больно, поэтому стрелять нельзя в живых существ любых, только в игрушки.
Как видите, друзья, этот пистолет получился очень мощным. Резинка летит, не меняя траектории, более 7 метров по прямой линии. Мне этот пистолет очень понравился, делается легко и достаточно эффектно он получился. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будет много еще интересных поделок и экспериментов. До новых встреч!